Солдатик шоферюга возит два раза в неделю шефа к любовнице. Тут, видя хорошее настроение начальника, решил этим воспользоваться. Товарищ начальник, разрешите обратиться? А, давай, валяй! Хотел спросить, у вас такая замечательная жена, а почему вы к любовнице ездите? Тот обиделся, но ни слова не ответил. Солдатик думал, все, хана, буду на сраной машине ездить. На следующий день рота приходит обедать. Всем овсянку, а ему картошечку жареную с котлетой. Всем кисель, а ему кофе. И так на протяжении 3 месяцев. Завтрак, обед и ужин. Надоела ему эта картошка. Ох, взмолился он, пошел к начальнику. Говорит, товарищ начальник, ну надоела мне эта картошка. Поперек горла стоит. Он, вот видишь, сынок, ты это за 3 месяца понял. А я со своей женой 25 лет живу.